Всем привет и хорошего настроения, на связи Рэй, и вот настало время для наших боевых котов. Так что, ребятушки, приступаем. Так, бонус итем, отличненько. Что нам дадут на этот раз? Так, смотрим, я что-то не увидел. Ага, 12 тысяч опыта, ну что же, это хорошо. И все, что ли, больше ничего не дадут? Ну ладно, и на этом спасибо. А нет, не дают, нам дали жетончик очередной, точнее билетик. Так, нам дали консервы. Сколько дали? 20 штучек. Неплохо, не дурно. И все. Рекламу мы не будем эту смотреть, она нам не нужна. Так, что? У нас капсула. Код капсула. Давайте ее откроем, посмотрим, что они нам дадут на этот раз. Так, отличненько. Кого дадите? Ой, ребята, ну что ж вы, ну зачем? Нет, я его пущу в переработку. Я уже на опыт. Ой, да, на опыт. Отлично. Все, опыт нам сейчас в данный момент нужнее. А этот код у нас есть. От него толку уже никакого. Так, ну что же, давайте, наверное, кого-нибудь апгрейдим. 36 тысяч опыта у нас есть. Так, этого не хочу. Вот, длинноногий, длинноногий. Ладно, один бог с ним, хорошо. Так. Давайте, наверное, мы... Так, это у нас прокачанная энергия. Нет, давайте, может быть, специального кота глянем, что у нас здесь есть. Давайте вот этого апнем, а? О-о-о, ниндзя фрог кэт, ниндзя кот на лягушке, получается. Ну что же, замечательно, сейчас мы его и глянем. И давайте еще котяр наши в коробочке апгрейдим. Все, на этом все, ребята. Ну что же, давайте отправляться, наверное, смело в бой. Мы остановились с вами, если не ошибаюсь, на Греции, да? По-моему, так. Да, так оно и есть. Мы Россию победили, на Греции остановились. Ну что же, давайте в атаку. Надеюсь, все будет хорошо, гладко и чинно. А что так близко-то? Уж больно близко вы. Стикмены, успокойтесь, ребята. Вот мои амбальчики вышли. Так что сейчас вам будет плохо. Да какого лешего? Ты сразу выпустил красную свинью. Я еще даже не успел раскачаться. Так, давай, сарделька. Бомби их. Так. Ёлки-палки, пушка-то когда зарядится у меня, а? Долго еще ждать. Блин, я не выстою здесь, ребята, я не выстою. Вот, вот теперь давай-ка мы посмотрим. Смотрите, какой красавец он у меня, а? Ниндзя-кот на лягушке. Лучше не придумаешь. Теперь мы их всех пустим в разнос. Главное, ребятушки, не пасовать перед врагом. Вот и моя пушечка накопилась. Залпик сделала, и все отдуплились. Поэтому продвигаемся. Ну, я так чувствую, что здесь, наверное, выйдет какой-нибудь босик или амбальчик. Ну, так, так и есть. Вышел какой-то синий тюлень. Ну что же, давай, рыба-кот, подтягивайся побыстрее. Он, видимо, хочет рыбки. Так что угости его. Так, ну-ка, ребятушки. Трое из коробки. Одинаковые глотки. Не, ну должны победить мы этого тюленя. Не такой он уж и сильный, хотя довольно быстро разбирает. Все, отдуплился он. Так, Лизармен, выходи, Лизармен. Какой Лизармен, когда ты Лизаркот? Так, и пушечка у меня накопилась. Все, замечательно. Здесь, я надеюсь, больше никого не будет. Одни стикманы, которых мы крошим как капусту. Так, давай-ка, коровушка, задай-ка им там жару. Отлично, Буда. Все, сейчас у нас все, ребятушки, будет на мази. Все, начинаем бомбить его потихоньку крепость. Так что, можно сказать, все, финал. Ну, естественно, если он кого-нибудь сейчас не вытащит. Но я сомневаюсь, что кто-то тут выйдет против моей-то армии уже нынешней, практически непобедимой. Что там, 9008. Ну все, Буда там своими ладошками сейчас всех приголубит. Давайте еще на запасик вызовем пару ниндзей. Ну и думаю, на этом будет у нас все. Пушка у нас заряжена, выйти никто не успевает. И, ребята, с победой нас. 10640 мы получили с вами опыта. Так, что-нибудь дадут? Ага, что? Так, новая история. Бонусная, да? Ну что же, давай глянем. Апгрейд. Так, специальный код. Кого нам дадут на этот раз? Ну-кася, ну-кася. Ага, вот они, стручковые коты. Хорошо. Меня это радует. Интересно, а что они делают?
По картинке они что-то там прыгали в этом стручке. Ну, мы их возьмем с собой в бой и глянем, протестируем заодно, что, какой от них толк. Так, в меню код Gate открываем. Естественно, их высматриваем, получаем 5 баночек с консервами. Все как нельзя идет хорошо. Так, ну что же. Так. Далее просто никого и ничего нету. Ну что же, ладно, раритетные. Нету здесь никого и не может быть. Потом уже пошли супер раритетные. Не-не-не-не, все, тут пустота у нас. Конфирм, отказ, выходим. Так, база котов Гаматото. Это что такое у нас? Welcome to Gamatoto. Ага, и что? Какой-то кладоискатель. Отправить его на час, 3 часа и полная экспедиция, да? 6 часов. Ну, давайте полную, конечно же, экспедицию. Чем мы? Мы от этого ничего не теряем. Ну, я не знаю, что, честно говоря, он делает. Какой-то странный малый пошел куда-то. Чего-то ищет, рыскает. 6 часов. Ладно, пускай там ищет на свою маленькую задницу приключений. Ну, а мы пока займемся своими делами. Так, ну в меню. В меню что у нас тут? 3 асуры. А вот это для чего, я так и не врубился, если честно. Коллекция каких-то звезд. А что они дают, не знаю. Ну, видимо, если собрать полностью их, то откроется какой-то дополнительный бонус. Я так предполагаю. Точно не могу сказать, но по всей видимости так оно и должно быть. Это в Непале, как вы видите, это в Кении. В общем, каждый шарик, каждая звезда находится в определенной стране. Ладно, что у нас в сторе? Ух ты, ребятушки, как же я мог забыть? Повар. Ну, конечно же, мы заюзаем. Это у нас получается, пушка становится сильнее по атаке. Да? Да. Плюс один? Плюс один. Так и есть. Замечательно. И еще вот этот кот, который страшненький какой-то, как черепаха. А я все думал, куда он у меня подевался? Я же его просто не открыл. Он у меня в магазине, оказывается, валялся. Так, больше у нас здесь пока ничего нету. Так, давайте апгрейдимся маленько. Так, подождите-ка, супер раритетные коты. Ага, он у нас и есть супер раритетный. Да, жалко, я его не могу, конечно, апнуть. Но, тем не менее, я могу его взять в свою команду. И надо заодно посмотреть на него, чтобы получить 5 баночек консервов наших любимых, за которые мы можем покупать котов, которые не даются обычным способом, а именно покупаются за эти баночки. Так, отлично, 5 банок, и в общей сложности у нас 40 банок консервов. Ой, 40 консервов еды, короче, кошачьей. Так, ну что же, давайте приступим, наверное. Так, Италия, да, у нас Италия. Погодите, наверное, нам надо кого-то поставить из, я имею в виду, из новеньких. Так, мы кого взяли? Стручков там приобрели. Коты-стручки. Пускай они будут так называться, мне нравится. Так, где они здесь? Вот они, да. Теперь нам осталось узнать, вместо кого нам поменять его. Вместо колбаски я считаю, что лучше убрать летуна. Он дорогой, и толку от него здесь мало. Хотя мы и от этих-то не знаем, какой толк, но, тем не менее, узнаем. Ну что, теперь, наверное, можно, ребятушки, глянуть и вот этого. Куда только его поставить, а? Вместо кого? Давайте вместо длинноногого. Ну все, теперь можно со спокойной душой идти в атаку. Поехали. И что у нас там? Италия, да? Италия. Все, ребятушки, погнали. Жаль, конечно, что эти коты у нас не раскачаны, не проапаны и вообще. Но мы хотя бы глянем, что они из себя представляют. Так, качки пошли. Ого-го-го-го, тихо, тихо. Какого лешего ты сразу напускаешь на меня своего бегемота? Не, так нечестно, ребят. Согласитесь. Так, давайте ждем, ждем, ждем. Вот, пошел мой ниндзя. Пошел, родной. На лягушке, деловой. Ну, в общем, все дела. Так, теперь кого бы нам поближе? Нет, ну кроме ниндзя здесь пока никого солидного такого нету. Поэтому надо еще одного выпускать. Пошел, родной. Так, богом кота мы пока обращаться не будем. Да и незачем, да и нет консервов у нас, чтобы ему башлять пошлину. Мы и так, как видите, справились. 15 тысяч хп у его византийской этой башни. Или как там, вавилонская, в общем, неважно. Пушка у нас заряжена, стручки готовы. Но почему-то они очень-очень медленно скачут.
Как-то не солидно. Ага, тут уже вовсю горилла орудует. Горилла, птенец, свинья. Ну-ка, давай-ка, лежебока, вылази. Посмотрим хоть на тебя. Ой, какой же ты безобразный. Ползешь, тащишь на себе этот панцирь. А на панцире еще какие-то блюда лежат. Так, ребята, я думаю, что пора воспользоваться пушечкой, да? Вам не кажется так? Иначе они уже близко подошли. Ну-ка. Да, никого не задел. Давай, давай, выходи. Так, кого? Вот, давайте с коробочки. Пускай они его бьют. Ну что, пока неплохо, мы справляемся. Так, я и не увидел, что эти стручкообразные коты делают. Как-то заболтался тут. Ладно. Так, а что у него пошли именно такие все мобы-то, а? Практически полубосики. А где обычные, где стикмены, где ваши змейки, собачки и так далее и тому подобное. Ага, смотрите, что делает... Что делают эти котики стручковые? Они выпрыгивают со стручка и атакуют своей пятой точкой врага. Все понятно. А кот, который там с этим с панцирем-то на спине, по ходу дела изгибается и бьет кулачками по ним. Ясно. Так. Нет, ну пушку мы пока не будем использовать, потому что ее рано. Они даже не дошли до этой точки. Вот эти с коробочки нормально наяривают. Смотрите-ка. Оп-оп. И все великолепно. Мы практически добрались до его базы. Не практически, а сейчас уже будем ее лупить. Давай, котята, прыгайте. Так, что у нас по деньгам? По деньгам у нас все нормально. Давайте еще одну рыбу. И сейчас Будда только долетит. И тут начнется такой фэн-шуй, что мама не горюй. Давай, кошара, подбирайся. Подбирайся. Не, ну в принципе эти коты со стручка довольно милые и неплохо атакуют. А если их еще и проапать, то я думаю, что они вообще будут замечательные. Так, мой Будда лупит, это хорошо. Это просто замечательно. И мы выигрываем, ребята, 11 тысяч получили опыта. Ну что ж, довольно легко. Так, ну мы еще открыли нового кота. Сегодня какой-то удачный день. И что же мне дадут, что за кота? Специальный кот. Давайте-ка глянем, где он у нас. Так, ага, буги-кот. Это какой-то танцор, видимо. Ну, опять же, жаль, что он только за консервы приобретается. А с консервами вообще тут туго. Я не знаю, где их набирать, как их приобретать. Донатить, естественно, я не буду. Так что, давайте, наверное... Опа-на, еще новый титан-кот. Кот-титан, получается, да? Эволюция времени. Так, ну что же, давайте, может быть, один разок апнем его. И, естественно, я возьму его с собой в компашку свою. Хочу обязательно глянуть, что он из себя представляет. Естественно, мы смотрим книгу по гайдам. Получаем 5 консервов. 45. Ух ты, какой красавец, а! Он причем такой здоровый. Видно сразу, детину кормили не одной баночкой консервов. А еще что-то давали. Видимо, стероиды какие-нибудь кошачьи. Ну что же, ребята, давайте его возьмем с собой, только вот за место кого? Вместо колбаски или вместо ящерицы, а? Как вы думаете? Колбаской я не пользуюсь, ну и ящерицей я тоже. Но все-таки я поменяю, наверное, вместо ящерицы. 1300 на 1000, пускай так и будет, сгодится, как говорится. И теперь мы можем со спокойной душой отправляться с вами в Монако. И будем здесь сейчас устраивать полный хаос. Спид-ап поставим. Я, правда, так и не понял, что он делает. Видимо, я еще не нажал. Спид-ап. Включаю, да? Включил вроде бы или нет? Или наоборот выключил? Непонятно, короче. Ладно. Хорошо. 6 тысяч жизней у нас. Мы начинаем подкапливать помаленьку нашу казну. Ниндзя выходит. И против нас опять пошла всякая шелупень. Змейки, кошечки, стикмены. В общем, стандартный набор. Как я уже привык это говорить. Казна наша пополняется. Армия пока не растет, вот теперь подрастает. Два ниндзя-коты на лягушках, будем так теперь их называть. Сейчас будут их разбирать только шорох. Даже этот бегемот, который тут вылез грозный, нам не помеха. На худой конец у нас заряжена есть пушка. Ну что же, давайте вызовем вот этого ползуна. Пускай ползет потихоньку. Как раз успеет, наверное, к победе-то. Так, 200, 300. Как бы ускорили. Ага, вот, мы ускорили. Ну я же говорил, этот бегемот просто дешевый понт. Мы его разобрали.
Так, начинаем базу. И я больше чем уверен, что когда у базы останется половина хп, вылезет какой-нибудь очередной босс. Ну, не босс, а предбоссик, или как его назвать можно. Усиленный моб. Давайте так назовем. Так, ребята, коробочники, бегите быстрее. Хорошо, что вы очень быстро бежите, в отличие от этих стручковых ребят. Так, ну давайте потихоньку будем разбивать базеночку. Смотрите-ка, никто не выходит. А, нет, вышел. Вышел птенчик. Ага, вышел баран. Но это, извините меня, шелуха по сравнению с нашей армией. И поздравляю нас с очередной победой. 11 500 опыта мы получаем. Этого нам хватит, наверное, даже чтобы немножечко... Так, нужно 200 набрать, да, чтобы в следующий раз открылось. Чтобы немножечко, наверное, кого-нибудь проапать. Так, что у нас здесь следующее? Испания, да? Хорошо, будем знать, что у нас там следующая идет Испания. Так, давайте пойдем, не будем мы никого сейчас апать. Я думаю, мы и так пройдем. Тем более здесь всего лишь 30 энергии нужно. Так, погоди, какого лешего? Ты, как, а что так быстро-то, ребята? Эй, 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 это что, какой-то супер ускоренный уровень? Или чего? Эй, успокойтесь. Да я не могу врубиться, почему такая быстрая эта скорость? Что случилось-то, а? Ребята, тюлени тут вышли. Так, нас сейчас быстро разберут. Мне это не нравится. Стручковый, давайте быстрее. Ну. Нет, что-то здесь не то. Пушка, хорошо, хоть пушка накалилась. На-ка. Так. Тюлень, сдохни уже, а. Смотрите, уже базу мою бомбят. Ребята, что за фигня, я не пойму. Почему скорость такая бешеная? Что за фигня? Что за мегаскоростной уровень-то, а? Ну ладно, разбомбим. Ах ты, вот оно в чем было дело, ребята. Speed up. Это увеличение скорости, оказывается, игры. А не какого там прироста или еще там чего-нибудь, как я думал. Ёлки-палки, нет, не буду я больше ее брать, а уж тем более использовать. Ну, если только, знаете, на тех миссиях, которые я до этого проходил, чтобы набрать дополнительный опыт или еще что-нибудь в этом роде. Вот такой вот он великан. Смотрите, какой красавец, а. Да как всегда. Пока дойдет, мы уже победим. Ну, тем не менее, мне понравилось. Мы добыли в этом, в этой игре, по-моему, 3 котов. 2 из них мы не взяли. Ладно, накопим консервов, обязательно, обязательно их откроем, обязательно их возьмем. Нет, я не буду здесь ничего делать. Ну что ж, ребята, буду на этом с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующем уровне. Так что подписывайтесь, будьте всегда в курсе. Всем пока, ребятушки. Всем пока. Can't stop bounce.